интересный вопрос, то есть нам в чате задают интересный вопрос. Но у нас в плане, мы же составили план, у нас в плане его нет. Что делать? Можно прямо сейчас в чате это все рассказать, но это будет фиаско. Почему? Потому что когда вам в чате задают интересный вопрос, то вы готовите по этому вопросу отдельный стрим, отдельный урок, отдельный вебинар. Например, вам задали вопрос, как правильно сделать то, но вы не прямо сейчас начинаете отвечать, а говорите, это тема для нашего следующего вебинара, и закрываете на следующий вебинар ваших зрителей, приглашая их на следующий вебинар. Понятно? Следующий момент. Ну, еще я бы хотел, что вам акцентировать внимание. Обязательно записывайте, то есть обязательно записывайте все вопросы, которые у вас, вот, вам задали или которые возникли, то есть вы взяли, записали. Почему? Сегодня вы помните их на процентов 90, завтра уже 60, через 3 дня будет 10, а через день не будете помнить вообще, поэтому сразу записывайте.